горнолыжных соревнования, хоть и шуточные, но подготовка к ним вполне серьезная. В нее входит полноценное тестирование трассы. Костюмированные спуски пройдут по трассе впечатляющей. Подъемы и катания по ней могут заменить легкоатлетическую тренировку. Этапы напомнят участникам триатлон. Сначала бежать в гору с лодкой, потом спуститься на скорость и затем выплыть. Общая длина склона более 50 метров. Бассейн внизу 15 метров. Глубина его самого метр. Трасса готова полностью, как было. Видно, что все скользит. Вот. Все ровно идет. Вода, ну, более-менее холодная, правда. Но это не беда, как бы погода позволяет еще кататься. Скорость, когда едете вниз, чувствуется, она довольно сильная. Ну да, одевает. Даже ветер дует, глаза как бы аж приходится так, либо очки одевать, либо что. Вот. Ну и самый такой классный это момент, когда спускаешься в воду. За получением классных моментов в этом году ждут около 30 участников. Порядковых номеров подготовили 50, так что еще есть свободные места. Каждого конкурсанта оценят по 4 параметрам – уникальность костюмов, оригинальность плавсредства, эффективность спуска и презентация своего номера. Сам горнолыжник у нас проводится в закрытии, так скажем, летнего сезона. Соревнования в летнем формате проводятся уже 4-й год подряд. Постепенно набирают обороты, у нас все больше команд участников и личников участников. Вот. Самые разные костюмы, самые разные образы. Знаю, что у нас ВИИ будет присутствовать. Будут какие-то пацанчики, но это уже классика жанра, так скажем, Базаиха недалеко. Вот. Будут присутствовать какие-то феи, какие-то волшебницы. Участвовать можно в команде и в одиночку. Каждый претендент должен пройти контроль технической комиссии, которая убедится в безопасности креатива. При разрешении родителей к конкурсу допускаются и дети, так что подобные веселые соревнования могут быть отличным спортивным семейным досугом.